Планово-предупредительные работы начались на котельной в Поварово. Специалисты теплосети в течение 2 недель должны проверить и починить все оборудование, которое ежегодно выходит из строя, чтобы зимой избежать аварий. Мы должны заменить вентиля паровые, краны шаровые в котельной на паропроводе, на трубопроводах. Также должны заменить теплообменник пароводяной, который находится в котельной, вот за эти 2 недели. Ремонт на котельной проводится ежегодно, независимо от состояния и степени износа оборудования, что исключает случайные ремонты и вынужденные простои, а также повышает производственную дисциплину в соблюдении правил эксплуатации технологического оборудования. Поваровская котельная введена в эксплуатацию в 1978 году. Она обеспечивает отоплением и горячей водой 133 дома и проживающих в них 3872 человека, а также сам завод, Поваровскую поликлинику, 2 детских сада, Поваровскую среднюю школу и культурный центр. На сегодняшний день котельную обслуживает 15 человек.